Буквально несколько минут назад к нам пришла трагическая новость из мира российского шоу-бизнеса. Сегодня в городе Москва на Первой Тверской Ямской известный российский певец, выходя из своей квартиры в лифте, лицом к лицу встретился с преступником. Российский маэстро имел при себе 4 миллиона рублей и 6 тысяч долларов, а также авиабилеты до Санкт-Петербурга. Певец должен был вылететь в город на Неве для съемок нового музыкального клипа. Однако в связи с чрезвычайной ситуацией перелет пришлось отложить. Полиция уверена, преступник действовал по наводке и ждал певца в лифте. Консьержка элитного 25-этажного дома только разводит руками. В это время у них была пересменка, и она не уследила за незнакомцем. Преступник был молод, ему 27 лет, и он был уверен в легкой победе. Композитор невысок ростом и старше его. Однако случилось вовсе неожиданное. Маэстро в молодости служил в десантных войсках ВДВ. И может постоять за себя. Постоял он до такой степени, что преступник отправился туда, откуда уже не возвращаются. Сейчас российский певец и композитор находятся в состоянии шока, но ему ничего не угрожает, так как он всего лишь оборонялся. В печальную ситуацию попал заслуженный деятель искусств России, знаменитый российский певец и композитор, автор песен для Александра Боярского и Иосифа Кобзона, композитор Александр Колкер. Александр Колкер известен широкой публике по таким песням, как «Стоят девчонки», «Туман», «Дождик», «Парень с петроградской стороны». К сожалению, в результате данного случая композитор был госпитализирован. Отметим, что Александр Колкер смог постоять за себя в возрасте 88 лет.